Ежегодно в день большого праздника Пасхи и в майские праздники в Видном начинает курсировать бесплатный автобус на городское кладбище. Один день, когда по данному маршруту ходили автобусы, уже был 24 апреля. Вновь осуществлять перевозки видновское ПАТП начнет с 30 числа. В последний день месяца общественный транспорт будет забирать людей со станции раз в час. А начиная с 1 мая каждые 10 минут, чтобы сделать перевозки максимально удобными для видновчан. С подробностями Екатерина Чернышова. В длинные выходные многие хотят посетить могилы своих родственников или друзей для того, чтобы привести в порядок территорию, посадить цветы или покрасить ограду. Необходимость регулировать поток автомобилей в направлении кладбища привела к тому, что администрацией Ленинского района было принято решение об организации автобусных маршрутов до кладбища от станции Расторгуева. Перевозки организованы в заказном режиме, оплачивает бюджет Ленинского муниципального района. Перевозки для жителей будут бесплатны. Для этого автомобилистам рекомендуют оставлять свой личный транспорт в Расторгуеве на парковках около остановок общественного транспорта и пересаживаться на автобусы. Чем на общественном транспорте, граждане на своей личной машине подъехать не смогут. И для того, чтобы избежать и дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, не дай бог наезды на граждан, мы рекомендуем парковать транспорт в Расторгуевской части, спокойно садиться на общественный транспорт и максимально близко передвигаться к городскому кладбищу. Сотрудники ГАИ в этот день будут работать в усиленном режиме. Дорогу до кладбища перекроют. Во избежание заторов на дороге в выходные и праздничные дни сюда смогут подъехать только машины, оборудованные знаком «Инвалид» или те самые маршрутные автобусы. Общественный транспорт пустят с интервалом в 10-15 минут. Вместимость у каждого автобуса 114 человек, что должно позволить избежать большого скопления людей на остановках. По словам сотрудников кладбища, в среднем в праздничные дни сюда приезжают более 400 человек. Это очень поможет людям, потому что машин здесь не будет, все от станции будут проезжать непосредственно на кладбище и потом обратно на автобусах отсюда уезжать. Здесь будет свободно и нормально. Они здесь разворачиваются, площадка позволяет. И кроме звуковой информации, для оповещения населения на остановках общественного транспорта в Расторгуевской части города уже вывесили расписание автобусов. Изменения в движении ждет и жителей Развилковского поселения, где также будет пущен бесплатный автобус до Мамоновского кладбища. В целом массовые мероприятия, запланированные на праздничные дни, повлекут за собой перекрытие некоторых дорог. Мы будем следить и информировать вас об этих изменениях в движении автотранспорта. Екатерина Чернышова, Владимир Бежонов, Видное ТВ.